Оксана Шевчук, тренер із розвитку інтелекту, наша постійна гостя студії. І ми раді привітати Оксану і дізнатися, що ми сьогодні будемо вигадувати, чим ми будемо дивувати і себе, і наших глядачів. Доброго ранку. Доброе утро. Доброе утро. Я рада быть действительно опять в гостях. Сегодня мы с вами будем изучать очень интересный метод генерации креатива. Это метод удивляющих заходов. Был он создан... Ничего себе, такая назва уже трошечки лякая. Муза. На самом деле. Муза, да, мы будем генерировать музу, да, метод удивляющих заходов. Такое сокращенное его название, но это не совсем та муза, которую мы ждем, да, вдохновение, чтобы что-то создать. Музу мы можем создавать сами. Этот метод был создан в 1944 году одним из командиров британской армии, когда нужно было захватить берег Нормандии. И было очень много моментов, которые не давали это сделать. То есть это была открытая вода, когда, да, то есть вот не позволяла, можно было вести прицельный огонь и не позволяла захватить берег. Это песчаный берег, окопы, которые трудно было преодолеть. Но Британия не могла больше уже терпеть неудачи, потому что они уже столько лет в войне, и надо было что-то с этим делать, поэтому этот командир, он сел и сделал просто, вот использовал этот метод. Метод он назвал очень просто. Если придуманная нелепость не сработала, нужно что сделать? Придумать еще одну, еще большую нелепость. Точно так же и там. И были созданы такие крабы-тральщики, вернее, танки-тральщики, ковроукладчики, там летающие минометы. И очень интересная техника, которую можно почитать в интернете. Фамилия его Хобарт, этого командира. И этот метод можно использовать где угодно. Сегодня мы с вами научимся это делать. Но чтобы мы поняли, как это происходит, нужно выбрать несколько факторов. То есть надо создать табличку, которая и заполнить ее. Первая графа – это ограничивающие какие-то моменты. Да, давайте мы с вами будем это делать. Да? Первая графа у нас – это ограничивающие факторы. Как пример сейчас приведу, а потом мы возьмем другой какой-то момент и разберем. Ну вот, например, в случае с Хобартом, да, там были что ограничивающие? Открытая вода, да, песчаный берег и окопы. Второй – это основные моменты, составляющие данного, ну, какая есть техника, да, там, например, что были танки, минометы, лодки, пехота, да, то есть вот что можно было использовать, что используется вообще, да. И третье – это этапы. Этапы – это сплав по воде, высадка на берег, да, там, ну и дальше преодоление этой местности. Вот, то есть мы берем эти все три фактора, да, заполняем, да, например, и потом перемешиваем. Перемешиваем, соединяем их каким-то особенным образом. Да? То есть, например, сейчас складно зразумить. Да, давайте попробуем на примере детского праздника. Да? Вот, например, нужно отпраздновать день рождения пятилетнему ребенку. Ну, мой сын. Давайте, да? Сегодня у нас понеділок, мы отмечаем день народжения. Да, вот, все, день рождения. Какие у нас есть ограничивающие факторы? Первый, например, что? Кошты. Месяца, да, так? Ограничивающий бюджет. Да, мы не хотим израсходовать прям сильно много, мы хотим немного. Дальше. Нам нужно сделать так, чтобы родители и дети тоже были увлечены. Не только дети, так, да, то есть, но и родителям тоже было интересно. Угу. Радеют все. Да. Сейчас лето. И мы не хотим, например, проводить этот праздник дома. Мы хотим на свежем воздухе. Да, место проведения. Свежий воздух. Дальше. Але на свіжому повітрі, по-перше, спекотно, так, по-друге, можуть зіпсуватися харчі, і по-третє, різноманітні комахи. Точно. Вот, записуємо, що у нас. Це пронаболіло, у мене тільки-тільки. Да, 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 отлично. Супер, вообще, очень хорошо. Так, спека, пишу комахи і загроза отруєння, так? Загроза отруєння, да. Є. Так, ну, в принципе, достаточно нам, да? А, и еще можно сделать так, что лучше его провести, например, утром, пока не очень жарко, да? Чтобы еще и вечер был свободен, освободить, да? Тоже можно, да? Провести утром, предположим, я хочу. Ну, или там мы решили. Так. Так, дальше. Дальше второе, да, основной момент. Я допишу место и час. Время, да. Угу. Ну, я думаю, що це і так вже багато чинників. Достатньо, більше, ніж ограничення ми собі знайшли. 50 хвилин, ми можемо їх довго шукати, відмовки. Так, відмовки ми знайдемо завжди. Але тепер нам треба вирішити, які засоби в нас є. Дальше, да, які у нас є средства. Ну, во-первых, давайте посмотрим так. Мы как средство возьмем увлечение ребенка, что ему нравится, да? Ему нравится, запишем, то есть как это вот как-то включить в праздник, да, чтобы можно было, да, сделать интересным. Что ну, ему интересно? Динозавры. Чудово. Угу. Так. Роботи. Роботи. Ну, це ж хлопчик, зрозуміло. Настольні ігри. Палки. Палки. Да, настольные игры тоже. Угу. Интересная такая инструмент. Так, любят фрукты, да, например, вот фрукты. Фрукты. Ну, этого, наверное, достаточно. Да, футбол еще, да, футбол. Это играть в футбол. Угу. Так, добрый. Все, инструменты мы взяли, да, то есть такие вот моменты. Хорошо. И третий момент – это этапы, праздника. Та тут треба думати, починаючи з попереднього дня народження, цілий рік обдумувати потрібно. Нам треба за 10 15-10 минут нам хватит. Мы сейчас посмотрим на примере. И следующий момент – это этапы, этапы дня рождения. Да? То есть какие у нас есть? Первое – это приглашение. Так. Да? Второй момент – это что? Встреча гостей, да, и приветственное какое-то угощение. Потом основная часть, да, подведение итога и там торт. Да, то есть такое общее фото и торт. Так. Все, вот где-то такие этапы праздника. И дальше что мы делаем? Мы берем и просто генерируем. У нас, например, маленький бюджет, да, динозавры. Мы берем вот по этой таблице и прямо вот в любом формате, да, мы связываем разные элементы. Например, маленький бюджет, динозавры и приглашение. Да? Как мы можем это сделать? Записать на телефон видео приглашение в костюме динозавра. Ну, звісно, можно. И разослать его всем гостям. Да? То есть уже интересно. Уже они думают, о, что-то будет интересно. Можно вечерку в стилі динозавра робити. Щось таке, якийсь одяг з елементом зелені, або якусь маску, або якийсь там прикраса у вигляді динозаврика, щоб настрій був присутній. А потім гостям дарувати такі призи за конкурсу із маленькими брелочки з динозавриками, щось таке. Вот, давайте ще соединим. Свежий воздух нам нужен, да? Вот, соединяем. Свежий воздух. Потом любят настольные игры, предположим, да, и основная часть, да, можно сделать так, как настольная игра, это как обычно формат какой-то, да, там карты, да, по которой движутся фигуры, взять, нарисовать карту на свежем воздухе, например, в зоопарке, спрятать родителей где-то в каких-то местах, да, или там друг друга, найти, собрать в одном месте с картой, там в костюмах трансформеров, предположим. Ну, ще можна навчитися робити ось такі фігурки якихось, ну, коли треба зайняти і дітей, і дорослих, із паперу чи з пластиліну, щось таке. Так, але на свіжому повітрі ми. На свіжому повітрі. А ще, я пам'ятаю, приїжджала до нас виставка «Динозаври». Було б здорово, так, якщо в цей момент. Було б взагалі чудово, якби така виставка і день народження дитини провести там. Еще вариант, да, шахматное поле, да, и, например, родителей поставить в виде фигур, да, там в одеждах трансформеров, да, или там футбол, футболисты какие-то, да. То есть вариантов много. Или команды там с названиями динозавров браты. Да, или вот там, например, камахи. Одеть в сетки все москитные, да, и сделать там какую-нибудь, ну, скаутскую там тренировку или что-то, да, еще такое. Ну, звичайно, стіл накривати також з елементами динозавру, футболу або з іншими захопленнями дитини. Щось таке, салати розмалювати у вигляді динозаврика. Ну, я вже не говорю про торт, бо це може бути комусь дорого, а може і не буде. Може, матусі у нас такі з руками, з потрібного місця, так як говорять трошечки з посмішкою. Але я думаю, що наші матусі навіть при найскромнішому бюджеті знайдуть, як порадувати свого малюка. І якщо вже дитині 5 років, то я думаю, мама вже так напрактикувалася. 100%. То есть, смотрите, идея в чем? Выписали эти факторы и дальше их соединяем. И чем больше соединений мы найдем, чем больше нелепые будут соединения, тем лучше. Например, да, там маленький бюджет, карта, да, там, или там динозавры и приглашение, да, и вот и так далее. Игры, так настольные само. Игры, да, вот чем больше мы слепили, и дальше что, какой следующий этап? Следующий этап, ну вообще, да, если поэтапно, первое, это задача, которую мы хотим решить, да, например, детский утренник, второе, это создаем матрицу из 3 граней, где первое ограничение, второе, основные какие-то элементы, это может быть либо, да, там увлечение ребенка, либо то, что есть под рукой, да, какие там инструменты, либо то, что сейчас модно и в тренде, да, а третье, це етапи самого процесу. Якщо ми на природі, то можна поробки робити, також вже в дитячому садочку, в школах, вже мами також з дітьми напрактикувалися ці поробки на кожне свято робити, то можна зібрати матеріали і робити динозаври, чи трансформерів із тих шишок, чи паличок. клад искать, да, можно тоже. Вот, вариантов много. Но так вот, когда у тебя нет никакой основы, да, это так, ну, это. Здесь у нас инструмент рабочий, на который мы непосредственно опираемся. Конечно, у нас 10 минут. Для того, чтобы сгенерировать действительно что-то такое мощное, нужно уделить часа 2, да, и делать это постоянно, да, постоянно. Вот какая-то есть задача, для тренировки брать любую задачу и, к примеру, ее разбирать. А что, если мы, да, будем, например, организовывать мероприятие для конференцию там, для приезжих иностранцев, да, то же самое мы накидали. Или что, если мы будем, например, свой отпуск... спочатку на, да, власних детях, а потом переходим на иноземцев. Да, да, то есть разные варианты, всегда можно использовать этот метод, он дает нам базу, он нам помогает учесть все ограничения и посмотреть, как их можно решить, и даже использовать их с выигрышем для себя. Ну, вот. И заключающий момент, это когда мы уже выписываем все идеи и начинаем выбирать те, которые нам больше всего нравятся, да, и уже создавать общий праздник. Например, да, там наш праздник может выглядеть так, что мы в зоопарке организовали, да, опять же, как мы уже говорили, с картой, поиск, например, чего-то, какого-то клада, да, потом его принести и дальше там, в шахматном порядке расставить эти фигурки, которые нашли, да, предположим, вот, и дальше уже... Торт, как у нас мальчик любит фрукты, да, там с фруктами какой-то, да, там торт, который не портится, кстати, опять же решает, да, вопрос. Вот, и, ну, вот такое общее фото. В костюмах динозавров. Динозавров, либо футбол, да, либо там, ну, москітних сітках, так? Да. Якісь кумедні такі фотки з якимись надписами можна зробити і потім роздрукувати в якихось додатках таких, познаходити щось таке кумедне, прикольне, можна, святкове. Да, гифки позаписывать. Ну, то есть вариантов очень много, да, когда ты сел и имеешь вот какие-то такие задачи, то есть то, что я хочу, как это, что у меня есть, какие инструменты, какие этапы, да, как это все в каждый этап внедрить. Все. Дальше мы создаем эти, да, удивляющие заходы, которые будут удивлять нас самих изначально, потом создаем из этого общую креативную идею и уже дальше ее реализуем. Ну, ви знаєте, ви так розібрали, як науковець ось це. А я згадую, що це в нас називається такий метод муза. Угу. І, мабуть, ось цю музу і чекали за античних часів. Вони не розуміли, що це просто науковий підхід такий. Науковий, да. Он просто, да, он действительно муза появляется в момент генерации идеи. Да, вот когда мы набросали, начали с науки, потом нас просто начинает фонтанировать. Она, да, сама по себе, а как если это, а как это? Ну, она приходит, но приходит тоже, ну, вот каких-то таких моментов. Потрібно попрацювати для того, щоб вона прийшла, її покликати, їй показати дорогу. Да, все верно. Так. Я дякую вам, чекаю ранкових побажань для наших глядачів. Да, друзья, я рада тому, что вы слушаете, да, смотрите нашу передачу. И я желаю вам как можно больше гениальных, ярких идей. Я хочу, чтобы вы постоянно тренировали эту мышцу, потому что она позволит сделать вашу жизнь ярче, интереснее, креативнее и однозначно достичь большего успеха в жизни. Я вам дякую, Оксано, приємного продовження дня і вдалого нового робочого тижня. Приходьте до нас іще, тренуємося і розвиваємося, і чекаємо свою музу.